Что ж, друзья, вот наконец-то компания «Деловые линии» пришел у нас очень важный груз «Баян». Здравствуйте! Пришел наш «Баян»? Пришел. Отлично. Денис, вот он, это вот, это он. Он сейчас получит «Баян». Короче, уважаемые друзья, кто не знает, скажу сразу, что Николай Николаевич Платошкин, Анжелика Егоровна Глазкова, когда проводили встречу в Центре русской культуры, вот у нас здесь в центре на Кочетово, они обещали коллективу музыкальные инструменты. «Баян», в частности, попросили. Поэтому вот сегодня компания привезла. Алтайские наши товарищи сюда отправили. Кто увидит это видео, большой низкий вам поклон, большая благодарность. Я думаю, коллектив будет очень рад. И когда мы будем его выручать, мы непосредственно это видео обязательно вам снимем. «Баян» абсолютно новый. Загуглите и посмотрите, сколько стоит этот «Баян». Это прям очень крутой, очень дорогой подарок. Молодцы. Ну что, сейчас проходит очень такой волнительный процесс. Перебью маленько. Да, давай. Вот, соответственно, документ, накладная. Николай Николаевич, Анжелика Егоровна. Сейчас вы увидите, как мы его получаем. Ух ты! О! Вот это да! Вот это да! Денис Павлович. Он прям, представляете, вот посмотри, как он упакован. Друзья, спасибо тебе большое. Вот я иду с «Баяном». Дима, ну-ка, отойди, я иду с «Баяном». Все, отойди. А я иду, шагаю по Кызылу, и я пройти еще смогу. Ла-лай, ла-лай, с «Баяном» я иду и песенки пою. Вот такой «Баян», друзья. Анжелика Егоровна, вот, давай, сними, начни. Вот, благодаря инициативе нашего депутата Госдумы Анжелики Егоровны Глазковой, Николая Николаевича Платошкина, Центру русской культуры будет новейший «Баян». Пойдемте его распакуем. Så det är